Ох, ребят, вы бы знали, что со мной сегодня было. Это было нереально трудно, и у меня так сейчас разбаливается голова, вы просто не представляете. Я вынужден сегодня вас расслабить, ну и себя, конечно же. Я прекрасно понимаю, как вы устаете после работы, после учебы. Всем, кто сегодня отвечал у доски, и тем, кто был целый день на ногах. Мое уважение. Все мы вам аплодируем. Всем зал. Без лишних вопросов сегодня, ребят, просто усаживайтесь. Поудобнее. Берите что-нибудь вкусненькое. А, и также можете укрыться одеялком, потому что я уверен, в самом конце вы можете даже уснуть. От счастья, правда. Что это за штука? Обязательно смотрите до самого конца. И вот ребята, которые стали счастливее после того, как поставили лайк за 3 секунды. Спасибо вам, ребят, огромное, что смотрите. От всей души желаю вам счастья и всех благ на этой планете. И также подписывайтесь обязательно на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. И напомню, что у меня есть всего лишь 3 жизни. 1, 2, 3. Так, господа и дамы, усаживаемся поудобнее, делаем погромче. Сегодня у нас самые приятные скримеры в вашей жизни. Попробуйте не впечатлиться. Короче говоря, ни одно слово, ни один синоним, заменяющий запрещенное наше слово, не должно вылететь из ваших уст. Как мне кажется, я буду молча наслаждаться, потому что сегодня был очень и очень трудный день у меня. В моем учебном заведении. Это было бесподобно, ребят. Шикарно. Но никак не... Люблю, кстати, орешки, ребят, по утрам. Вы едите, кстати, орешки по утрам? Я обожаю, если честно. Мне говорят, они полезны для мозга. Не знаю, что еще мне сказать по поводу орехов. Я просто... Меня просто, ребят, размазало. Правда, вот когда я смотрю, мой мозг просто отключается. Я залипаю. Я аж заговариваюсь. Я становлюсь... Мое, наверное, выражение лица, как будто-таки я стою у доски и не знаю, что сказать, когда мне задают кучу вопросов, либо сижу на экзамене. Правда. Аж слюнки потекли. Я не знаю, это видео... Ой, после него... Я дико хочу кушать. У меня так... разыгрывается аппетит. А, машина сломала систему. Она просто уехала. На спойлере. За спойлер зацепилось колесо. Вы сами видели. Прочно, довольно-таки прочно. Ну, видимо, второй раз. С разгончика. Крутец. Просто нечто. Было, правда, сегодня очень трудно. Решил поднять вам и себе настроение. После этого. Мне показалось, это был раскаленный шар. Макарошки. Обожаю макарошки. В любом виде. И в сухом. И в вареном. Кстати, я давно не делал эти конфетки. Мне нравится. Мне нравятся вот эти вот. Шоколад в глазу. Я просто залип. Свинка. Ментос и кола. И арбуз. Это вообще, мне кажется, это сверх, что можно только было сделать. Додуматься же надо до такого. Она подскользнулась на метусе.
ребят, кто любит кукурузу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Замороженный арбуз. Да ладно, он выдержал? Что? Что? Это просто кусок камня, грубо говоря. Желейка. Ребят, ребят. Меня размазало. Это настолько приятно. Настолько расслабляет твой мозг, и ты просто все забываешь. Абсолютно. Если вы не сделали что-либо, то, пожалуйста, прежде чем это смотреть, нужно сделать все свои дела. Потому что все забудется. Абсолютно. А обратно делать это очень трудно. Но благо я все сделал. Отдал все долги. Все долги. Желейка в шарике. Желейка в шарике. Мне трудно сдержаться. Просто трудно сдержаться. Сказать. У меня внутри все вот так вот вертится, вертится, вертится. Скажи, скажи, скажи. Покажи свои эмоции. Возможно, мои эмоции все на лице. Я не знаю, я просто счастлив, когда смотрю на это. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Мега расслабон. Теннисный мячик. Я бы это слушал вечно, правда. Целую вечность. Готов слушать хруст этих макаросок. Я думал, сок вытечет. Я думал, сок вытечет. Я уже подготовился. Надо посмотреть с каменным лицом. Это так трудно. Это безумно трудно. Правда, я как будто нахожусь в каком-то воздушном шаре. Верите или нет? Но это так. Иногда бывает такое, что я просто хочу мармелада. Я не знаю. Но определенного. Не помню. Не могу точно назвать какого. Вот похоже на тот, который мы сейчас видели. Шарики с водичкой. Антистресс. Аж слезы на глазах выступают, правда, это очень приятно. Это очень приятно. В стакан наливают какой-то клей. Туда опускают раскаленный шар. Но это точно не вода. Вода бы вскипела. Вермишелька! Цветочный горшок. Улетел. А вот яичко сломало систему. Попкорна. Кстати, вы тоже ходите в кинотеатр со своим попкорном? Сломал систему. Хотел сказать. Но сдержался. Сок, 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 сок просто бесподобен. Маленькая машинка.
Два раза. Там не по одному, в этот раз по два. Антистресс. Мне больше нравятся вон те мячики. Сеточкой. Просто очень мега расслабляюще. Меня просто снесло. Я потерял аж дар речи. Верите или нет, но после этого голова стала очень ватной. И аж захотелось спать. И даже и есть, правда. Расслабило конкретно. Обязательно ставьте большие щипальки. Если вам понравилось, аж заикаться стал, подписывайтесь обязательно на канал. Если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать, правда, глаза закрываются. И обязательно рассказывайте всем своим друзьям об этом видео, правда. Оно очень и очень расслабляющие. Я уверен, они будут восхищены. А с вами был, как всегда, я, Райли. Желаю вам, ребят, всем успехов. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. Счастья вам и здоровья. Хорошего вам настроения. Увидимся уже в новых видео.